Твоё нежное детство случило в Советском Союзе. Где неведомый дяденька Сэм нас хотел воевать. Но меня приучили бороться, не ползать на пузе. Когда меня девушки в красных голландских борделях раздевали, смеясь, и тащили толпою в кровать, я кричал: «Вам нужны мои деньги, берите мамзели!» Но зато вам вообще не забрать мою родину, мать! И пусть лучше на пальцах наколки. Не всегда дохожу до сортира, аж стыдно сказать. Но когда я умру, и меня закопают под ёлкой, все равно у меня не отнять мою родину, мать.